выходные не повод сидеть дома. Чтобы провести время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам нашего города. В воскресенье 26 мая Саровский драматический театр приглашает юных зрителей на сказку в концертном исполнении «Серебряный рубль». Витиеватый язык, классическая музыка, галерея старинных портретов. Для современных ребят это будет настоящее путешествие в прошлое. Спектакль рекомендован для детей старше 6 лет. Начало в 10 часов. 25 и 26 мая в театре «Кукол Кузнечик» пройдет спектакль «Крошечка-хаврошечка». Эта русская народная сказка открывает маленьким зрителям простые истины о добре и зле, что добро никогда не бывает с кулаками, а вознаграждаются только терпение и труд. Спектакль рекомендуется для детей с 4 лет и их родителей, начало в 11 и 16 часов. В субботу музей народной игрушки откроет свои двери для всех, кто хочет научиться вязать крючком. Творческое занятие семейного клуба «Свяжем сказку сами» начнется в 14 часов. 25 мая городская художественная галерея приглашает саровчан на еженедельную субботнюю программу, начало в 14 часов. Каждую неделю любители салонных игр на несколько часов делятся на две противоборствующие группы – мирных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль, кто кого быстрее обезвредит. Умеете держать себя в руках и читать собеседника как открытую книгу? Считайте себя мастером интриг и гуру убеждения? В эту субботу в 7 вечера отправляйтесь в молодежный центр и докажите это. Приятно провести время можно и в кино. В кинотеатре «Россия» в прокате «Веселые приключения Аладдина и его друзей». Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграба Джафар намеревается захватить власть над городом. А для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный». И этот человек никто иной, как сам Аладдин. Фильм рекомендован к просмотру детям старше 6 лет. Здесь же можно посмотреть мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Как заставить хозяина чесать за ушком весь день? Где взять еще вкусняшек? Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных. Фильм рекомендован к просмотру детям старше 6 лет. В кинотеатре «Люмен» также можно посмотреть «Приключения Аладдина» и «Тайную жизнь домашних животных 2». А еще здесь в прокате фильм ужасов от режиссера «Стражей галактики» Джеймса Ганна «Гори, гори ясно». Что если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок со сверхспособностями, вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим? Фильм рекомендован к просмотру лицам старше 18 лет. Отдохнуть всей семьей на лавочке в тихом сквере или с шумной компанией, катаясь на любимых каруселях, можно в парке культуры и отдыха имени Зернова по субботам и воскресеньям с 11 утра до 8 вечера. Хотите просто приятно провести время, пообедать или поужинать с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд, вас ждут в ресторане «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.